Осень – время, когда водителям, да и всем участникам дорожного движения нужно быть осторожнее. Темнеет рано, да и первые заморозки не за горами. Ну а при перевозке маленьких пассажиров о безопасности и вовсе забывать нельзя. Здравствуйте, уважаемый водитель. Сегодня проводится акция «Пристегни самое дорогое». И к вам сегодня обращаются самые маленькие участники дорожного движения. В рамках акции «Пристегни самое дорогое» воспитанники детского сада «Сказка» поселка Суходол напомнили водителям основные правила дорожного движения и раздали тематические буклеты. Содействие юным инспекторам оказали инспекторы со стажем. Они на таких акциях детям первые помощники. Нету у нас на дороге чужих детей, чтобы обращали внимание, где-то ребенок перебегает дорогу в неположенном месте, чтобы были предельно бдительны и внимательны. Останавливались, сделали замечания детишкам, которые нарушают правила дорожного движения. Где-то перебегают дорогу, на велосипедах ездят и так далее. Кто как не взрослый, мы научим своих детей соблюдать правила дорожного движения. Профилактика необходима, считают сотрудники ГИБДД. Хоть и мало кто из водителей радуется взмаху жезла. Ведь такая остановка не предвещает ничего хорошего. Однако не всегда это так. Прекрасном пути, поверьте, в него непременно в ремень безопасности. Хорошо, хорошо. Вам от нас вот такие сувениры. Среди воспитанников старших групп был организован отряд юных инспекторов дорожного движения. Цель данного отряда – это, конечно же, профилактика дорожно-транспортного травматизма и воспитание дорожной культуры как среди детей, так и среди взрослых. Потому что все мы знаем, что не каждый водитель ответственно относится к выполнению правил дорожного движения, особенно в части перевозок таких маленьких наших детей. Да? И мы очень благодарны сотрудникам ГИБДД за возможность поучаствовать в акции «Пристегни самое дорогое» и напомнить нашим водителям о важности использования удерживающих устройств. Детский сад «Сказка» за безопасность. Подобные акции на территории нашего района стали довольно привычным явлением. Все чаще. Главные участники здесь – это дети. Вы закон не нарушаете, в кресло деточку сажаете. Это ведь совсем не сложно. Пристегнуть и ехать можно. В завершении дошколятам разрешили исследовать патрульный автомобиль и вручили сладкий подарок за помощь в проведении акции «Пристегни самое дорогое». Надежда Щипакина, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3». Спасибо большое.